Значит, смотрите, такая ситуация. Мне позвонил... Уважаемый, сюда послушайте. Я вам запрещаю снимать данную съемку и производить. Вы сотрудник полиции, вы не имеете права. Я разберусь. Я оставлял сюда, попросил убрать данную съемку. На основании чего? Ты кто? Я еще раз прошу. Ты кто? Данную съемку не... Ты кто, спрашиваю? Я с вами на «вы» разговариваю. Со мной уважительно разговаривай. Я еще раз говорю, ты кто такой? Ты что мне запрещаешь вести видеосъемку? Вы в нормальном состоянии? Ты кто? Вы в нормальном состоянии? Ты кто? Вам скорую вызвать. Представься, орел. Вам скорую вызвать. Себе вызови. Ты кто, спрашиваю тебя, третий раз. Вам скорую вызвать. Представься, кто ты. Вы сейчас по уже... вопросу подошли. Представься, мы начали разговор. Представься. Не тупи. Еще раз говорю, не тупи. Представься. По закону о полиции, представься. Ты что, не отдупляешь, что ли? Начальника своего позови. Съемку у меня запрещает. Алло. Ты не дуркуй! Вылетишь как пробка отсюда! У тебя 5 минут есть! 5 минут есть! 5 минут есть! Слышишь меня? Представься! И начальника позови сюда! Начальника позови! Начальника позови! Начальника позови! Ты меня услышал или нет, орел? Ты ничего не попутал? Погоны жмут. Говорю, начальника позови, если представиться не можешь, буду с адекватным разговаривать. И скорую себе будешь вызывать, хамло. Я считаю, что это правда. Ты что меня игноришь? Ты что меня игноришь? Я тебе еще раз говорю. Продолжи разговор со мной, представься для начала.